отлично, едем в экспедицию. Скажи, как тебе дороги в Финляндии? Просто отлично. За рулем получаешь одно наслаждение. Несмотря на то, что сейчас сильный снегопад, местами даже пурга, дороги чищены, но сильный снег все равно заметает. Но качество покрытия, пурга, конечно, изумительно. Пурга. Да, поэтому ты все внимание направляешь на впереди идущие автомобили, то есть на дорогу. Машина устойчиво едет вообще? Да, очень устойчиво, сильно. Да, благодаря тяжелому как бы весу и шипованной резине отличные. Ну, я вот себя чувствую безопасно вот, в машине, когда мы едем. Ну, мы едем по правилам, у нас смотрим по знакам, у нас есть ограничение скорости 80 км в час, поэтому не превышаем, едем с этой скоростью. Действительно, безопасная скорость. В любом случае ты успеешь сделать маневры какой-то, или торможение экстренное. Нет, это здорово на самом деле, потому что вот я впервые еду в подобную экспедицию, тем более мы едем на север, достаточно такое серьезное мероприятие, и условия те еще. То есть вчера было минус 31 градус, да. И машинка неплохо заводилась, да? Да, машина заводилась отлично благодаря установленному устройству Ebasta, который предусмотрели нам группа компании Агат. Поэтому проблем не было вообще. Это стандартная комплектация автомобиля или было что-то все-таки добавлено здесь? Нет, это абсолютно стандартная комплектация, ничего здесь такого сверхъестественного нет. Поворачиваем направо. Таких автомобилей по России, по всему миру ездят тысячи. Сотни тысяч. Куда проехали? Куда проехали? Мы проехали. Ну я вот, да, я же внимательный. Не, ничего страшного, по-моему. Вот, разворачивайся. Ну, бывает, да. Ладно, ничего страшного. Ну, расскажи еще раз вот о подготовке к экспедиции. Как долго вы делали какие-то мероприятия, посвященные подготовке? То есть что-то делали, не знаю, может, машину готовили, сами готовились. Как долго это происходило? Относительно недолго для такой экспедиции, скажем так, да? Ну, сколько, например? Где-то в середине декабря у нас все это зародилось, и 2 февраля мы... У нас был старт. Уже выехали, да? Да, поэтому буквально полтора месяца, не больше. Ну, я понял. Ну, расскажи, как машина ведет себя на российских дорогах? То есть, насколько она хорошо едет? Ну, для внедорожника такого класса, в принципе, едет отлично. Несмотря на наши трассы низкого качества, едет отлично. Благодаря своим колесам, широкопрофильной резине. То есть и подвеска эргономично работает. То есть как пассажиры себя чувствуют, в принципе, в комфорте внутри. Вся подвеска, все удары берет на себя подвеска. Ну, вот, я понял. Это. Отлично, это всегда хорошо, я считаю. Ну вот конечная точка – это мыс Нордкап, правильно? Да, все верно. Это самая северная точка на континенте, куда можно приехать, я так понимаю, на автомобиле. Да. Правильно? Да. Ты там не был еще? Нет, из нас еще никто там. Все, мы пошли на обгон. Да, идем на маневр сейчас, мы вот обгоняем другую машину, и очень осторожно нужно это делать. Да, вот ребята даже прочищают. Поблагодарим вам. Большое спасибо. Вот, ну скажи, как тебе вот в Финляндии отель, в котором мы жили, понравился? Мне очень понравился. Хороший честно, отель, да? Да, да. Там душевный сервис. И какого угодно можно там встретить, да, несмотря на то, что за стенами отеля было минус 31, но мы смело купались в аквапарке, в бассейнах, попарились в бане, покатались на снегоходах, даже при такой температуре. Да? Минус 31, минус 31, да. Я впервые катался, пожалуй, на открытом воздухе, на чем-то, при такой температуре. Да, и при какой скорости. Помнишь, да, как вчера было, то есть все, как это было, вот так вот. Очень классно. И да, это было не просто какие-то покатушки, а действительно, ну, может быть, экстремальными их не назовешь, но скорость за 100, минус 31, по замерзшему озеру, и даже на середине озера у нас появилась вода, то есть там лед был не особо прочным. Да, я видел, кстати, да, это приезжало. Ну, как бы, нам повезло. Я являюсь штурманом нашего экипажа, я работаю с рациями, веду переговоры с нашими экипажами, также слушаю дальнобойщиков, ага. Хотя они говорят по-финскому, но что-то есть понятное. И также вот работаю с прекрасной навигационной системой компании Flight, то есть это вот... Ну, навигация, да. Да. Это наш новый смартфон, IQ270, или же нам Firebird, да. Говорит о всех ограничениях по скорости, предупреждает, где стоят камеры, предупреждает нас о резких поворотах, то есть
пишет нам весь наш путь до мыса Нордкап. И также показывает интересные места, в которые мы хотим заехать, посмотреть эти прекрасные музеи. Я надеюсь, один из них с Санта-Клаусом мы сегодня обязательно посетим. Да, да. Него. И я думаю, что один из нас кто-то сядет к нему на коленку. Мы определим этого человека. Хорошо. Он в третьем экипаже. И они должны быть одинаково смотреться.